Всем привет, с вами Поля. Сегодня я вам расскажу еще об одном творческом конкурсе. Он подходит для фотографов и видеографов. Называется конкурс «Видеоминута». Проходит он до 31 марта 2023 года и участие в нем бесплатно. Организатор – университет Сарагосы из Испании. Можно предоставить до 3 видеороликов, каждый из которых до 60 секунд на любую тему. Если тема конкурсов вам интересна, не забудьте подписаться на канал Полли. Также напоминаю, что вы не забывали заходить в мою вкладку «Сообщества» на канале и читать информацию, которую я там размещаю. В условиях конкурса сказано, что у видео должны быть субтитры на испанском или английском языке. В этом конкурсе будут денежные призы. Лучшая международная видеоминута. Тот, кто победит, получит 700 евро. Лучшая испанская видеоминута – 700 евро. И лучшая арагонская видеоминута получит тоже победитель 700 евро. Я считаю, что это хорошие призы. Участие достаточно легкое, бесплатное участие. Не нужно платить за вход. И я вам советую поучаствовать, если у вас есть подходящие хорошие видео. Конечно, если это видео с каким-то диалогом, то нужно будет написать субтитры. Ну, например, на английском языке, или если вы владеете, тогда на испанском. Вот, и есть шанс победить. Насчет себя я не уверена, что буду участвовать, но до 31 марта еще время есть. И, возможно, я передумаю, может быть, у меня будет время и подходящие видео. Ну, конечно, у всех есть какие-то видео, у тех, кто работает на стоках. Вот, ну, посмотрим. Я вам в любом случае желаю удачи, и пускай конкурс принесет вам радость даже от участия, потому что все, конечно, не могут победить, но иногда даже приятно поучаствовать. Пишите обязательно в комментариях, участвуете ли вы в каких-то конкурсах и что вы о них думаете. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!